Да. Это грустно как-то. Я на Леве 100 лет не катался и, наверное, еще больше не катался на КВ-5. А надо бы. Я самую топовую топ, но напротив Т-34 и СА-3. Увольте. Что сейчас, в принципе, со мной сделают? Меня уволят просто. Ладно, буду стоять все там же, все в той же позиции. Я теперь танк высокий и могу себе позволить, в общем-то, нормально пушку опускать. Нормально вылезать из той щели, которую я постоянно пытаюсь как-то использовать. Для того, чтобы надамажить противника. Но, тем не менее, использовать я и пытался преимущественно на немецких танках. Они хоть и высокие, но пушка у них совершенно не опускает. Но это вообще мастодон-гигант. У него очень высоко пушка. И, в принципе, она, ну, довольно неплохо опускается. Не так, чтобы прям супер, но тем не менее. Вполне терпимо. Стану на обычную позицию. Посмотрю, что смогу сделать. Ну, как-то сегодня я вообще полностью... Я не могу прицелиться. Вот в чем прикол. Я не могу прицелиться. А из-за того, что я не могу прицелиться, я дико бесюсь, бесюся. И, в общем-то, забываю тактики совершенно малейшие. Ну, некогда мне, просто некогда. У меня вся башка занята только этим. Обидой, так сказать, промахов. Ну и намного лучше, я бы сказал. Не намного лучше, буквально на сантиметр больше видимость, но... Но это позволяет мне кое-кого выцепить. А кого вы сами видели прекрасно. Сейчас ИС появится на наших экранах. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что он появится не там, а здесь прям. Для проверочки. Все-таки он там. Я профукал одного пердюля. Но он еще захочет меня подразнить, я в этом уверен. Как только ИС вылезет, вот это тоже вылезет. ИС, значит, тоже вылез. Но не стреляет. Не знаю, попадаю, не попадаю. Там он, не там он. Пушка как-то вправо стреляет, наверное, потому что я под наклоном стою, под дичайшим. Там вроде все нормально. Можно даже, наверное, нет, нельзя, наверное, вылезти. Гора не прикрыта абсолютно ничем и никем. Это меня смущает чуть больше, чем полностью. И главное, чтобы ВК-3601 не... Не ехал к нему за горку, а пытался его выманить всячески оттуда. Вот в чем прикол. Ну там еще М6 будет мешать. И сейчас тоже захочет свой кусок пирога. Он вылезет. 100% вылезет. А здесь я и такой промахиваюсь, и прости меня, пожалуйста. ВК, но я ничего не смог поделать. Потому что я опять-таки под диким наклоном. Спускаться мне нельзя. Да, здесь я вообще ничего не сделаю. Не думайте, что я пошел в прорыв. Не надо этого думать. Не надо туда лезть самому, пожалуй. Так, надо, чтобы ИСа оттуда выманили. Если его выманит, он поедет в эту сторону. А может и в ТУ, не знаю. Сейчас будет разворачиваться лбом. Так-с. Продолжаем.
Мне страшно за базу. Что хотите, думаете, но мне страшно за базу, даже при том, что, в принципе, противника не осталось. Наверное, я наплюю там на дэмэдж уже, на всякие фраги и поеду подстраховать. Хотя наши уже рвутся. Наши уже прорвались полностью, и сейчас будет захват. Вот у них просто количества не хватит. Тем не менее, я думаю, что вполне себе резонно. Там я вижу троих. Арку не вижу. Она спряталась, наверное, вот в Б1. Скорее всего. В принципе, я могу еще сделать так. Сюда поехать. Ну да, Б1 как раз. Но они не будут уже уничтожать бронетехнику противника, насколько я понимаю, они будут ее базу захватывать. А почему бы всех не уничтожить нафиг? Вот у меня какой вопрос возник. Да, не успею уже. На таран, давай, все, уничтожили. А, нет, не уничтожили. Все, уничтожили. Но это захват флага, конечно. Будет захват базы. А, нет, все вражеские танки уничтожены. Сколько я получил? 36. Что-то как-то ни о чем, знаете. Ни о чем как-то дико понерфили тут все к чертям собачьим. Даже не посмотрел на тигре-то, я там победил или не победил. На этом черноморском побережье южном. Ужасный, просто бой ужасный. Вообще, такой позор. Такого позора еще посмотреть. Это надо в антиреплее какие-нибудь недели. Худшие реплеи недели. Не смотрите, вредно для вашего сердца, типа того. Что тут-то делать? Что мне тут делать? Я на этом респе вообще не разбираюсь в позициях. Но, в принципе, если верить тому, что я сам делал, то многие, очень многие собираются вот здесь. Очень многие, и, в общем-то, там разворачивается основная битва, а здесь, ну, кое-как там поддерживают. А, это же, блин, не так. Карта, как всегда, блин, путаю эту с портом, вот. Путаю эту карту с портом. В принципе, ну, похоже чем-то, знаете, мини-карта. Тут даже я даже не понял сразу, что мини-карта другая там. Не смотрел вообще на обстановку вокруг. Это все, видите, у меня мозги уже настолько не работают. Что ж тут говорить о выцеливании, там, расчете упреждения и всего такого. Еще бы немножко... Ой, я поторопился, думал наперед выстрелить, но... Но все туфта. Все это туфта. Тут правду боя будет определять арта, скорее всего. Оп, кто-то наглый. Здесь пригорок очень тоже наглый. Мешает мне выстрелить. Не знаю, вот как-нибудь так, наверное, надо попробовать. Слушай, работает, да, вообще. 300 дамаджа. Это вам не шутки. Так. Ну, если серьезно, полный пипец. Зачем я сюда поехал? Хотя... На этой карте всегда пипец разворачивается, так что... Не о чем особо переживать. Можно переваливаться, кстати, через горку уже сейчас.
Кто-то наглый, я вижу, да? Хрена с два тебе. Все, теперь срочно дамажим вот этого товарища. Уваливаем отсюда, не дай бог развернется. Что он в принципе и делает. Он сейчас выстрелит другого, поэтому до перезарядки мы как раз успеем упустить дуло. Да чтоб тебе. Теперь он как раз в меня и целится. Прямо в маску ему попал, видимо. Чё-то я как-то лажаю. А вот кто нам настреливал, Лёва. Может быть, не только Лёва, кстати говоря. Я все жду, пока арту им порешают. Вот. Все жду, а вот как-то не дождусь. Т-30. Ладно, переворачиваюсь на левый фланг. Правый от камеры, левый по мини-карте. Кстати, мы сливаемся. У них тут мастодонты все живы в основном. Самые такие непокорные. О, да, это вообще был отличный выстрел. Это был вообще отличный выстрел, зашибись. Ну все, мне конец. Тут уже 122-миллиметровое пошло. За горку, если только спрятаться. Движение невозможно. Попадание. Ну почему так все плохо заканчивается? Да ну тебя в жопу, Ис. Ну вот. Заклинание, блин, работает. Сзади никого, надеюсь. О, клинч, да ладно. Гад. Успел бы в клинч, хотя, может быть, там для клинча у него корпус торчит. Здесь, слава богу, проиграли. Слава богу, а. Хоть что-то радует меня. Ну и топовые позиции, в принципе, тоже радуют. Но так как я сегодня играть не умею на сегодняшний день. Играю в нуба полного. Весьма артистично. Не переигрываю свою роль. На Оскара тянется. На Оскара. Слепленного из куска дерьма. Надо мной утка стебется. Вы слышали, когда? Гакла. Короче. В общем-то, все плохо, знаете. Сейчас с леса нас всех покормят снарядами, я чувствую. Ну тогда стоит переться к флагу. Стоит сделать так, а дальше будет что будет. Пускай я лучше там прикрою, чем меня здесь накроют. Ну, в принципе, довольно большая часть команды решила сделать так же, но я единственный тяж, который решил прорваться, но это еще из. Еще из, но из доверия не внушает. Нет, он, видимо, вообще решил остановиться там. Ну, пускай стоит за домиком, если ему от этого легче. Посмотрим, что мы тут сможем сделать. Главное, как можно быстрее выехать на позицию. Какая у меня, кстати, здесь позиция будет. Я еще не решил даже насчет позиции. Наверное, встать повыше. Встать повыше как-то и, в общем-то, пользоваться рельефом для того, чтобы скрывать свою тушу от выстрелов. Но я думал, они по горе пойдут, а они, оказывается, нифига не по горе пошли. Оп. Отлично.
Но сейчас будем как раз пользоваться этими складками местности, чтобы подъезжающих уже сюда пытаться выбивать из колеи, светить и, в общем-то, уничтожать. Попробуй только этого гада засвети сначала. Да, конечно, отцу сто рикошет. Ну, веселите меня, ребят. Сейчас он меня пробьет. Нет, не пробил. Заколдованный какой-то Су-100. Да чтоб ты, ты что такое-то? Ты из чего сделан? Гад! И кто там базу захватывает, до сих пор не видно. Кто-то мелкий спрятался, блин. Я не могу никак подъехать. Меня так и не будут поддерживать, насколько я понимаю. Вот как мне вот здесь быть, интересно? Интересно просто. Посоветуйте, что мне делать? Оставлять команду без пушки, но засветить гады, которые захватывают базу. Переться вообще не понятно куда. Да, твою же на КВ-4 приперся. Ну, этого еще не хватало. Наконец-таки, вот кто был виновником торжества. Все, я отсюда уже никуда не уеду. Понимаете почему? Движок у меня тю-тю. От ПТФ никакой поддержки. Никакой вообще. Я пытаюсь выиграть время. Я пытаюсь выиграть, во-первых, жизнь, во-вторых, время. Надо было не двигаться. Меня обвиняют в бессмертии. В принципе, я и демонстрирую бессмертие. Я снаряды ем, поэтому, чтобы убить меня, надо меня накормить так, чтобы я лопнул. Ты заколебал! Хорош меня стрелять уже. Ну вот, все-таки Су-152 добился своего. Этот стоит тут, ну, француз, он и есть француз, что ты с него возьмешь? Лёва-лёва, так мы и не выиграем никогда на этом лёве. Отвык от использования сверхтяжей. В принципе, всех сверхтяжей, которые катятся медленно. Их можно назвать сверхтяжами, потому что они дико медленные. Ну, в общем-то, 80 тонн это... Как, ну, наверное, сверхтяж. Сверхтяж. Тяжелый танк где-то до 70. Дальше. А дальше уже... Полная жопа в виде сверхтяжелых. Ну что, на север. Попытаемся прорваться к базе противника. Я не знаю, зачем это делать, но тем не менее. А что мне на Лёве еще делать? Я просто не доеду до туда. До флага. Вот и все. Куда, где и когда. Опять-таки с этой стороны я практически не сражался на этой местности, не шел на север, на базу, и поэтому сейчас, наверное, буду получать, особенно на Лёве, на котором я опять-таки не играл сколько лет, сколько зим. Никто особо желанием на север идти не озадачивается.
Еще один Лева решил попереться. А, нет, Лева не решил попереться. Мне показалось. Мне показалось, так что... Не знаю, самому идти, не идти. Угу. Зато остальные как-то бодрячком, бодрячком решили попереться. Неужели в этом бою будет дикое рассредоточение войск по всей карте? Неужели ж? Да, я совершенно как-то не там встал. Ну погодите, зачем меня стрелять так быстро? Зачем мне арта будет накрывать? Ну тут главное свет. А света сейчас не будет. Он весь вымер. В хреновой позиции вы встали, господа. Или я в хреново нахожусь. Не знаю, ну в общем, что-то хреново. Одно из двух не очень. Да, у меня скорее хреновая позиция, потому что я еще и... Мало того, что без укрытия, так еще и постоянно за свете. Мне только арту дождаться и все. Вот она, кстати говоря. А вот и она начинает радовать во все дыры. А вот и я начинаю лажать. Это моя последняя лажа в этом бою. Сейчас меня нагнут. Как липку. Как липку из подъезда. Не туда крутиться начал. Ну я вообще зашибенски сегодня управляю. Зашибенски просто. Боком встаю к противнику. Меня ничего не смущает. Да в жопу все эти танки. Просто в жопу их. Я, наверное, как-то не в той позе сижу. Я сегодня просто сижу как-то не совсем обычно для себя. Поэтому мне как-то не совсем все это удобно. И, в общем-то, что получается? Вот это смешно просто. Вот это просто смешно. На Леве 792 удвоенного опыта. 792 удвоенного. Ну, это жесть вообще. Ну, здесь я получил более-менее как-то терпимо еще. Ну, тоже 600 за победу. Да, это пипец. Полный что-то более-менее. Тут не более-менее, тут вообще полный пипец. Что это за сбив захвата? Не с того я начал. Я думаю, надо начать с чего-то более такого нормального. С Т-25АТ. ПТХ. Что может быть более расслабляющим, чем ПТХ? Это всегда расслабон. И вот у нас штурм, кстати говоря. Если моя рука сейчас начнет нормально двигаться и целиться, она почему-то вообще сегодня не в форме, она дрожит. Не проснулся я в 11, блин, вечера. Дико жарко абсолютно. Хотя на улице и прохладно, но дома дико жарко. Что-то вообще как-то, то ли я заболел, то ли еще что, но... Но полный пипец. Просто полный пипец. Может, потому что я посмотрел фильм «На последнем берегу» и впал в депрессию. Не смотрите этот фильм, вы впадете в депрессию. Там просто 3 часа депрессии, 3,5, по-моему, часа даже. Вот, это единственное объяснение всем моим фейлам. Текс. Текс, сейчас будем нагибать, значит, так. Вот и данный танчик, вот в него надо выстрелить, блин, попасть. Отлично, уже хороший старт мы положили в этом бою. Лишь бы так и продолжалось. Ждем, пока он высунется из своей норки. Дамажим. Так. Дальше.
Вот наш индивид номер 2. Подобный КВ-5. 363 урона. Очень-очень хорошо. О, блин. Сразу от двоих получила от обиженного мной Т-43. Сейчас арту еще славлю. Закончится вся моя тактика победы. Это вроде не на меня сведен, знаете. Да, он не на меня сведен, точно. Конечно, не пробил. О чем речь? Какой пробитие? Ты о чем вообще? Размечтался, тут, понимаешь? Надо руки с клавы убрать к чертям собачьим. Просто убрать руки. Потому что я постоянно норовлю нажать пальцем на поворотник. Здесь я очень рискую. Здесь я очень подставляюсь под выстрел КВ-5. Ну что ж поделаешь, ничего не поделаешь, блин. Кто-то куда-то едет, вот что я понимаю. КВ-5 сам не прочь подставиться, но только совсем чуть-чуть. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Неплохая у меня видимость, кстати говоря. Это радует. Да куда? Нормально лети, скотина. Ну куда? Ну... Жесть. Так, стаканули. И сейчас с меня арта прилетит. Вылетит полностью. Потому что я в засвете. Светить там уже, кстати, некому. На том. По фронту. Светить некому абсолютно. Ну, если только Фердинанд какой-нибудь засветит. КВ-5. Ну, он не засветит, потому что там не тот рельеф, что называется. А куда смещаться мне, бедному ПТ? Опять-таки, бой неудачный крайне. Потому что... Дамажить некого, вот почему. Мой дамаг, блин, уходит в никуда. Ну вот, я расстрелял дом. Я убил дом. Должен убивать танк. Опять засвета нету. Опять нету засвета, опять я никого не вижу. Спускаться я тоже не хочу, туда вставать тоже не хочу, к дарту. Я ничего не хочу, я играть не хочу. Видимо. Видимо, не самый лучший день для танков я выбрал. Надо немножко туда приблизиться, хотя это закроет большинство моего обзора. Ага. Так и знал, вот сейчас... Да ни хрена, все равно не везет. А даже фрагодрочить нормально не могу. Конечно, куда уж мне. Рикошет — это ничего больше. Это Загорка тем временем скрылся. Вот Лёва. Привет, Лёва. Да, я рад познакомиться. Да, конечно, рикошет, ну ё-моё. Конечно, в передний броник под диким наклоном. А как еще? Никак. Сейчас Т-43 меня пристрелит и все. Попал вроде, наверное. На
меня не сведен, кстати говоря. Куда я смотрю, в кого я луплю? Лёва меня сейчас напоследок поджарит. А, его уже самого поджарили. Ну ладно, тогда я, наверное, могу проехать вперед малость. Чтоб меня поджарила арта. Ну это жесть какая-то. Просто сегодня жесть творится в моем мозгу. Так играть не надо. Так целиться не надо. То есть сегодня большинство, в принципе, проблем из-за того, что не целюсь. Не могу прицелиться вообще. Какая-то порча на мне. Надо звонить Джигурде и попросить вывести всю эту порчу. Текс. Ага. Нет, он за пригорком. Слишком уж сложно. Слишком все это сложно. Знаете, как-то. Хотя на что я надеялся, когда я целился в этого? На то, что его не убьют, видимо, да? Так, господа, ну давайте уже что-нибудь. Сделаем великое дело. Уничтожим шмеля. Всю пасеку нафиг вырежем. Хотя шмель меда не дает, ну ладно. Чувствую, я сейчас тайпа 59 побреют немножко. А нет, не дали. Два точных выстрела. Один убивает, а другой стреляет в трупа. Ну,